Всем привет! Мы продолжаем рассматривать кухни российских знаменитостей, оценивать их чувство стиля и стремление к уюту. Сегодня перенесемся в квартиры Барановской, Пересильд и Нюши. Кухонный гарнитур телеведущей Юлии Барановской «Стиле лофт» на первый взгляд вызывает гнетущее впечатление. Черные глянцевые фасады вертикальных шкафов смотрятся строго и массивно, а темные фасады под бетон выглядят тяжелыми и холодными. Даже столешницы и фартук выполнены в той же серо-черной гамме. Жизнерадостность и уют в эту кухню привносят обеденный стол из натурального дерева и полупрозрачные стулья. Заметно, что функционал кухни грамотно спланирован. В гарнитуре замаскирована современная бытовая техника. Готовить на такой кухне наверняка одно удовольствие. Правда, отмывать черные фасады, скорее всего, непросто. А вот кухня актрисы Юлии Пересильд, наоборот, очень светлая, теплая и уютная. Интерьер в скандинавском стиле, где приветствуются минимализм, светлые оттенки и тепло натурального дерева. Лаконичный гарнитур с белыми фасадами не загромождает пространство, обеспечивая ощущение воздушности, несмотря на обилие шкафов. Белая кирпичная кладка на фартуке, подсветка рабочей поверхности, грамотное расположение техники, отдельный остров для готовки. Все это выглядит гармонично и по-семейному. Поэтому Пересильд часто снимает здесь милые видео, как она кулинарит вместе с двумя дочурками. У певицы Нюши кухня выполнена в древесных оттенках, выглядит просторной, светлой и воздушной. Тут нашлось место и для острова в стиле барной стойки, и для массивного обеденного стола, и для шкафа под потолок. На этой кухне весьма уютно, так что можно охотно поверить Нюше, что в свободное время она частенько сама готовит что-то вкусненькое для мужа и дочки. Кстати, на видео в Инстаграм Нюша лично наводит порядок в этой комнате. Правда, без помощницы по хозяйству она не обошлась. Ну и по традиции спрошу, чей интерьер понравился вам больше всех? Пишите в комментариях. Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!